вони об'єднувалися в групи, так, і домовлялися про те, що вони створили державу. А от для чого? Ну, по-перше, так, правильно, для того, щоб був порядок всередині самого Сухма. Далі, для того, щоб оборонятися від інших Сухмів, правильно, або інших держав, що вже виникли. Про захищати свої кордони. Ще для чого? Для розвитку. Покажуть, ну? Ну, розподіл обов'язків, так? Добре. Ще й. Запишіть, основні причини 4. Так і запишіть. Основні причини виникнення держави. Основні причини виникнення держави. Перша причина. Де ж зробила сік? Необхідність. Виникнення держави. Основні причини виникнення держави. Перша. Необхідність. Я не знаю, як тебе зовут. Як? Більш досконалих. Необхідність у більш досконалих формах організації суспільства. Необхідність у більш досконалих формах. Управління суспільством. Організації суспільства. Яка різниця? Ну так. У результаті розвитку виробництва, продовжуйте. У результаті розвитку виробництва. У результаті розвитку виробництва. Поділу праці. Розвитку виробництва, поділу праці і зростання чисельності населення. Поділу праці і зростання чисельності населення. Друга причина. Боже мой, наші пальчики устали. Ну да. Тебя зовут Влад? Не, Серега. Ой. Какой? О, кто такой Влад? Не знаю, кто такой Влад. Необхідність. Это была первая причина. Друга. Необхідність. Підтримання суспільного порядку. Необхідність підтримання суспільного порядку. Корпся. Суспільного порядку, кома, що забезпечується за допомогою. Забезпечується допомогою? Що забезпечується за допомогою? А, за допомогою. Прикольний шикарний почерк. За допомогою. Господи, ужас. Загальнообов'язкових соціальних норм. Що забезпечується за допомогою? Загальна. Загальнообов'язкових соціальних норм. Як сложно. Восьма спередовища. Не падай. По-третє, необхідність організації захисту території та ведення війни. Необхідність. Сторінка 8 зверху. А, кік. Где? Необхідність організації захисту території та ведення війни. І нарешті четверта причина виникнення держави. Необхідність організації значних суспільних зусиль. Необхідність організації захисту території. І
И вот последнее тоже, да? Как сложно. Да-да-да, конечно. Но ты не с организацией. Тихо, тихо, тихо. Что? Сейчас бы не хотеть учиться. Да, хочу уже все. Институт. 3.05, да? Да. Хотя оно опаздывает сейчас на 3 минуты. На 2 минуты 55. Посчитай. Все, ребята, можно немножко отправо отдохнуть? Отдыхать. Да, еще такая, начнем. Хорошо, отдохнули очень. А, в Карпатах. А где именно в Карпатах? А, нет, нет, не в Карпатах, там за Львовом, там кемп был танцевальный. Покажи Алину быстро. Покажи. Горы там и там. Покажи Алину. Отстань от меня. Так это не я. Алину покажи. Быстро, 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 Алину покажи. Вон Алина. Ой, ёшкин матрёшкин. Вон Алина сидит, видите? Сидит Алина. Алина. Алина, вот Алина. Алина. Это же Алина. Видите, она пишет что-то. Алина что-то пишет. О, да, Алина. Мы с ней в одной школе. Они просят тебя показать. Вот. Была красивая. Сушко позади. Да, какая? Да, это Сушко. Да, Боль, скажи привет. Хватило лето? Ну так реально. Да. Нет. Оно было... Просто очень много всего произошло. За летом? Да. Не, ну вообще, там ДПА, это еще в начале. Сушко попу меняла. О, да. Вон, да. Ой, сейчас у нас 4 пары. У нас тут по парам. Один. Как Даша по батьку, Сушко? Разве Лина не ушла с 9 класса? Нет, нет, вроде. Не ушла. Так как вроде так вот она. Вон сидит. Короче, смотрите, мой шикарный почерк. Это нормальный почерк. У тебя лучше почерк, чем у меня. Да, у меня не почерк. У тебя хороший почерк. Я пишу как курица. Лапой. Ну, извини, это не я сказала. Да. Так я шо, я же ничего не говорю. Даша, Сушко, посмотри у меня в друзья. А, у меня есть? Нет, нет. Да. Шоповал с тобой. Нет, блин, она просто так тут сидит. Сорян. Блин, капец. Они вам... Да, у меня есть парень, целых 3. Вот сидит. Один. Вот, 2, 3. Где Капун? А, нет, Тоню. Тоню. Где Капун? Он в 315-й. Тут 5 минут отсюда идти, в 315-й. Мои тёщи. Да, должна быть. Короче, какая-то из... Даша. Почему-то у меня их 2. Потому что это файк. Да. Нет, а просто нет. Подрочи. Попиши на неё. Я не буду в Польше. Она в Польше. Ой, такая... делаешь? А что это было? Оля. Оля, вис. Оля, закрывай. То она не снимай нашего историка. Историк классный мужик. Вику тоже снимай. Сколько времени? Что за сколько времени? Который час? Который, сука, час? Время одно. Писк, камон.
Хто нас дивиться? Кіта странне, наверное. Софія, Анастасія. Анастасія, привіт. Лізаня, 15, привіт. Лазаня. Я так підпись на ВК, ти що, прочитати не можеш? Ой, в ній ВК. Каким шампунем ти маєш голову? Каким шампунем ти маєш голову? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Да, конечно, Даша учится с нами. Вот, Даша, смотри. Привет, да, я Даша. Рядом с Батоном. Сушко. Покажи еще один, тот стоит от меня. Ты, привет, Лера. Я учусь в лицее, науковый звук. Научный. Кек. Привет. Почему тут нельзя приписать? О! Сколько у вас урок? А, до 4. Да. Все окей. Здорово, брат. Как дела? Передай привет Лише. Покажи Лин. Да хватит тебя, Алина, лол. Кек. В каком классе? Нет, ну, ты уже поснимал. Присаживай, на коленке. Да. Вот это вот мои братья. Ага, подмастился. Ну, я даже не поздоровался сегодня. Все. Кто-то меня игнорил. Вот, блин. Ты ходишь на вторую смену? Сколько работаешь? Бери. Динамик не закрывай, сори. Где мы сейчас? Ко мне, мне недавно писала какая-то баба, стоит трансляция, она мне писала, давай встречаться. Почему бы и нет? Да. Что со звуком? Говорите. Все со звуком хорошо. Как, что? Какое? Покажи, я не нужна. Покажи. Покажи. Покажу. Покажи. 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 Брат, вы вот тесно мне делаете. Хочу кушать. Подожди, как зовут? В каком классе Тимур? 8. Да. Ему еще учиться сколько? 3 года. Учиться, учиться, учиться. Нет, не 3. 4 года. Капец, ребята. Капец. А мне 2. Ой, это вот ничего себе. Ничего себе. Зависла. Такая, вот блин. Бывает. А что 29 человек, а так мало лайков? Какой мы сейчас? Ну что он тут делает? Вот это наш братан, который мы который в парке познакомились. Да, который Костя. О, так он нормальный. Так он хороший не тут пацан. Учится. Как это не тут учится? Давай в 6. О, да, Даш. В 6 где? Ты понимаешь, ой, Сушко, мне... привет, Даша. Мне до 6 надо что-то делать, ты понимаешь? Привет, Даш. Возле Элтикса, класс. Придумай, чем мне делать. Хорошо, я домой скажу. Хорошо, давай в 6. Я согласен. Да, я тоже. Мы подойдем. А в чем прикол снимать себя наполовину? Потому что я вас снимаю. Я буду снимать, почему? Нет. Да. Что нет? Верни мне. О. Я вообще, кстати, не это. Трей. Что? Короче, в Лизе была трансляция. Там что-то Саня у меня делал ей чай. Короче, пока. Что-то рассыпал, там что-то пахнет. Я прихожу, говорю, я сейчас...